император жаждет крови, а я не жертва. Толпа жаждет сражений, и поэтому их жаждет император. Ты устроишь битву при Карфагене. Резню при Карфагене. Вот он так. А может отправиться в тюрьму и перебить всех попрошаек и воров? Это уже делали. Если ты хочешь пожертвовать лучшими гладиаторами империи, я поднимаю цену в два раза. Ты получишь деньги по соглашению или мы его отменим? Если не хочешь, можешь возвращаться в ту дыру, из которой ты выполз. Гладиатор, это тебя зовут испанцем? Да. Мне говорили, ты великан. И рукой проломишь голову всякому. Всякому? Нет. А мальчику? Хорошие лошади в Испании. Отличные. Это Аржента, это Скарта. Были моими. Но их отобрали. Ты мне нравишься. Я буду за тебя. Ты пришел на игры? Это прибавит мне сил. А что говорит твой отец? Мой отец умер. Хозяин Луций, пора. Да. Я должен идти. Тебя зовут Луций? Луций Вер, как моего отца.